Семенной картофель из Германии в эти дни исследуют в лаборатории Орловского референтного центра Россельхознадзора. Устойчивые к грибным болезням, колорадскому жуку, недавно созданные сорта картофеля могут появиться в продаже в Орловском регионе. Если пройдут испытания, конечно. Всего специалисты планируют исследовать образцы от 400 тонн картофеля. В исследованных образцах не было обнаружено бактерий, вызывающих карантинное заболевание, буробактериальную гниль картофеля. Также не было обнаружено опасного заболевания рака картофеля и не было обнаружено вредителей. Картофель из Германии достойно прошел все испытания. Кстати, гурманы утверждают, овощ с желтой мякотью имеет очень приятный вкус и не нуждается в приправе в виде сливочного масла.